Это лайф, и мы продолжаем. Пан Ги Мун обвинил группировку ИГИЛ в геноциде и совершении преступлений против человечности. Генсек ООН призвал найти и привлечь к правосудию тех, кто учинил расправу над общиной езидов 2 года назад в иракском Синджаре. Но он предложил передать ситуацию в стране на рассмотрение Международного уголовного суда в Гааге, а также выразил обеспокоенность судьбой тысяч женщин и детей, которые до сих пор остаются в плену у террористов. Их освобождение должно быть приоритетной целью военных операций. Напомню, Пан Ги Мун, регион Синджар, расположенный на границе Сирии, заселен преимущественно представителями общины курдов-езидов. 2 года назад его захватили экстремисты, и только через год курдам удалось его освободить. Во время оккупации радикалы под угрозой смерти требовали от местных жителей принять ислам. Почти 40 тысяч езидов бежали на территорию иракского Курдистана. Более 50 тысяч человек укрылись в соседней гористой местности. Боевики ИГИЛ увели в рабство сотни женщин и детей. Многие из них до сих пор остаются на оккупированных территориях. Дети до сих пор платят самую высокую цену за эту войну. Мальчики и девочки – главная цель террористов. Их пытают, калечат, сажают в тюрьму, не кормят, насилуют и убивают. Их дома и школы разрушены. В Ираке, Нигерии, Сомали, Южном Судане, Сирии и Йемене дети проходят через кромешный ад. Nigeria, Somalia, South Sudan, Syria, and Yemen –